Столько индийской экзотики, пожалуй, нет нигде больше. Священный город Варанаси, известный как город мертвых, с размахом отмечает самый живой и яркий праздник – Холи. Холи – это весенний фестиваль красок, когда все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой. Взрывы хлопушек, начиненных разноцветной пудрой, над головами тысяч людей, густой дым из цветного порошка. Этот день важен тем, что каждый забывает о своих ошибках, о своих недостатках. Мы беремся за руки и идем вперед, плечом к плечу. Для индийцев Холи важный и религиозный праздник, который назван в честь Холики, мифической женщины. Ее чучело сжигают в городах и селах. Как и наша масленица, Холи знаменует начало весны. В северной Индии для последователей кришнаизма Холи прежде всего связан с именем бога Кришны. На родине Кришны в штате Уттар-Прадеш Холи отмечают весьма своеобразно. Женщины избивают мужчин палками. В шутку, конечно. Те в ответ защищаются и пытаются бросить в них цветной порошок. Я не ощущаю боли, когда по нам бьют палками. Я чувствую повсюду только любовь. Холи в Индии объединяет представителей не только всех возрастов, но и религий. Индуисты, а еще и сикхи, и джайны вот так красочно радуются победе добра над злом. Узкие улицы старого Дели, краска повсюду, одежда, которую не жалко выбросить, хорошее настроение и вперед. Остаться неразукрашенным в этот день практически невозможно, но это и не принято. Улицы индийских городов превращаются в арену красочных баталий. Цветная пудра сыпется со всех сторон. Это день, когда все в Индии считаются равными. Исторически сложилось, что краски скрывают кастовую и сословную принадлежность. Так что только палитра пестрого веселья, краска уравнивает всех. Евгений Давыдов, Александр Додонов и Мария Болотвина. Вести из Индии.